Всем привет, с вами Виктория, и я вам сейчас покажу, как удалить один из плейлистов на своем канале. Заходим на свой канал в раздел «Менеджер видео» и открываем «Плейлисты». Выбираем тот плейлист, который вы хотите удалить. Вот я хочу этот. Нажимаем кнопочку «Изменить». Находим здесь три точечки и нажимаем «Удалить плейлист». Вы действительно хотите удалить плейлист? Плейлисты удаляются безвозвратно. «Удалить». То есть, если это ваш плейлист, то видео не удалятся с канала, просто расформируется этот плейлист. Итак, с вами была Виктория, и в этом видео мы научились удалять плейлист со своего канала YouTube. Видео было полезным? Тогда подпишись на канал и поделись этим видео с друзьями.